По факту массового отравления детей в 26-й абаканской школе возбуждено уголовное дело. Оно заведено по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Кто конкретно станет фигурантом, пока неизвестно. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе. 5 учеников были госпитализированы в больницу с острой кишечной инфекцией. Еще 26 детей обратились к участковому педиатру. Экспертиза показала, инфекция могла попасть через компот, который подавали в школьной столовой.